ключевые события недели, обсуждение главных новостей с интересными гостями, и все это на высоте 65 метров. В эфире городского телеканала проект «Обозреватель». Новые лица, яркие темы, гости, которые вместе со мной поднимутся в кабинке колеса обозрения и оценят происходящее в Ярославле на высоком уровне. Я Александр Голиков, эти полчаса мы вместе, давайте начнем. Круглый год наслаждение видами города с высоты птичьего полета в невероятно комфортной обстановке. Колесо обозрения «Золотое кольцо». Телефон 33-02-33. Итак, сегодня в программе. Взрыв газа в Ярославле. Дом в Дзержинском районе эвакуировали посреди ночи. Годовой отчет. Мэр Ярославля рассказал о проделанной работе. И осталось несколько дней. В Ярославле готовится перекрыть участок Тутаевского шоссе. В минувшие выходные Ярославль напугал взрыв бытового газа в 41-м доме по улице Панина. В эпицентре оказался 18-летний юноша, единственный пострадавший. Как работали спасатели в ту ночь и что теперь будет с домом и жителями пострадавшего подъезда? Об этом далее. Окно вышло. Выбило все окна, ребенок госпитализирован. Разрушены смежные перегородки, несущие между квартирами 23 и 22. Первые минуты после взрыва масштабы трагедии были неясны, а главное, непонятно, безопасно или нет оставаться в здании. Но напуганные полусонные люди не спешили оставлять квартиры и идти на холод. Кто-то не мог выйти из помещения чисто физически. У вас еще есть наследки? Нет. Там просто 85-4 квартиры, там бабушка и дедушка не ходили. Одни на носилках, другие своим ходом, но уже через несколько минут 314 жителей дома, в том числе 38 детей, были на улице на безопасном расстоянии. Стены не тряслись, но пол, да. Пол, да. И компьютер зашатался. Испугались? Я сначала думала, у соседа мебель повалилась. Был какой-то такой колыхание дома, небольшое, правда, звук. Потом машины кругом загудели. Воспоминания яркие и на третий день после ЧП. Я сидела дома на диване, расположилась там с вязанием. И в это время такой толчок, дом как будто вот сдвинуло и поставило на место. Уж я вот, у меня дочь смеется, что я показываю, но я уж не мелкая, да, я на диване вместе с диваном так подпрыгнула. Настолько было, это вот второй подъезд и шестой. Многие разошлись по знакомым и родным, других на автобусах отвезли в соседнюю 55-ю школу. Чуть позже поступила официальная версия произошедшего. Оказалось, от взрыва газа рухнула стена между двумя квартирами. В 22:30 поступила информация о взрыве газовоздушной смеси, значит, в пятиэтажном 8-подъездном доме на Панина 41. Пострадало две квартиры 2-го подъезда. За официальными словами, трагедия целой семьи, беспорядок, испорченная мебель, немые свидетели их сломанной мирной жизни. В момент взрыва в его эпицентре, то есть в 23-й квартире, находился 18-летний юноша. Его родители с младшим братом ушли в гости, видимо, произошла утечка газа. О том, почему ее не заметили и что стало причиной взрыва, есть пока только догадки соседей. Я знаю, что там, по-моему, мальчик открыл дверь и включил свет. Вот я такое слышала. Пострадавший юноша сейчас в реанимации Соловьевской больницы. Состояние тяжелое, обожжено около 90% тела. ЧП заинтересовались правоохранители. Проверки инициировали прокуратура и Следственный комитет. Обитатели 7 подъездов попали в свои квартиры уже спустя 3 часа после ЧП. Жильцы 2-го, в котором прогремел взрыв, пока у родственников, некоторых поселили в гостинице. От хлопка сильнее всего пострадали 2 квартиры, где был эпицентр взрыва и смежная. Их собственники получат выплаты на первоочередные нужды, размер, прожиточный минимум или 10 000 рублей на каждого члена семьи. За поврежденное в результате взрыва имущество на каждого собственника предусмотрена выплата в 2 прожиточных минимума. Нина Колтина, Елена Третьякова, Яна Хромова, Максим Сушанов и Михаил Орлов. Новости города. Следком России завершил расследование авиакатастрофы в Шереметьево. Об этом со ссылкой на свои источники в ведомстве заявили федеральные СМИ. Напомню, в мае разбился самолет «Сухой Суперджет-100». 41 пассажир погиб, среди них ярославец Михаил Зенин. Обвинения предъявлены только одному человеку, командиру экипажа лайнера Денису Евдокимову. Потерпевшими признали 77 человек. Известно, что пилот вину отрицает. В ходе следствия проведено больше 100 экспертиз – медицинских, генетических, летных, психолого-лингвистических. Материалы дела составляют 2 десятка томов. Сообщается, что Евдокимову инкриминируют нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть 2 и более лиц.
К другим темам. Власти Ярославля рассказали, как будут развивать город в ближайшую пятилетку. Горожанам представили итоги работы экспертов, трудившихся над созданием программы социально-экономического развития. Также мэр Владимир Волков отчитался о проделанной за год работе. Елена Третьякова рассказывает. Первый шаг к этой конференции был сделан ровно год назад. День в день, 5 декабря 2018-го, в муниципалитете Ярославля депутаты избрали нового градоначальника. Спустя неделю на церемонии инаугурации Владимир Волков торжественно дал первое обещание ярославцам. Клянусь уважать и охранять права и свободы жителей города Ярославля, добросовестно исполнять возложенные законом и народом на меня обязанности. Обещаний за прошедший год прозвучало немало, но большая их часть уже подкреплена делами. Остальное в процессе. Премьерные 12 месяцев на посту главы Ярославля выдались для мэра непростыми, но продуктивными. Сам Владимир Волков назвал его годом знакомства и годом решений. Первым непростым решением стал отказ от кредитов. Волевой шаг «жить по средствам» потянул за собой целую цепочку инициатив. Расходы пересмотрели, где можно подключили разумную экономию. Есть и нетривиальные идеи. Как удержать студентов, которые заканчивают обучение в ярославских вузах иногородних? Как привлечь богатых пенсионеров, северов, с нефтяных районов в наши места? Незыблемой остается ориентация на жителей и их социальные гарантии. В ближайшие 3 года на социалку пойдут 77% городского бюджета. Уже сейчас помощь получает более 200 тысяч горожан. Отдельная тема – нехватка мест в школьных и дошкольных учреждениях. Сейчас в городе строится 4 детских сада почти на 700 малышей. В планах еще 2 сада, 2 яслей и большая школа. Не обошли стороной и наиболее животрепещущую тему. По дорогам Ярославль в тесной связке с национальным проектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сейчас в кондиции чуть больше половины всего городского проезжего полотна. Через 4 года этот процент должен вырасти до 82. Здесь в помощь новые технологии. Благодаря асфальтовой крошке удача улыбнется и частному сектору. Снижение стоимости работ и полноценное покрытие, которое позволит жителям этих районов себя почувствовать, ну, скажем так, благополучно. Город продолжит преображаться. В 2020-м число новых благоустроенных дворов вырастет с 20 до 27. В порядок приведут площадь труда и территорию вдоль проспекта машиностроителей. Главная задача таких встреч, как эта конференция, выстроить грамотный диалог власти и жителей. Есть острая необходимость вот в такого рода встречах, конференциях, как угодно их можно называть. Не должно быть каких-то искусственных барьеров, препятствий. Все просто должны друг друга слышать. Такую форму взаимодействия оценили и представители общественных движений Ярославля. Очень благоприятные, очень рада за то, что наконец-то реализуют проект по модернизации «Спартаковца». Вот, для молодежи это очень важное и нужное пространство. На этом общение главы города с жителями не закончится. В рабочие будни оно ведется постоянно. А встречи в таком формате с подведением годовых итогов планируют приобрести статус традиционных. Елена Третьякова, Владимир Чернов, новости города. В Ярославле идут последние приготовления к перекрытию участка Тутаевского шоссе. Час Х, 10 декабря. Алена Лисенкова узнала, все ли готово. Вот вы стоите, вот представьте, едет машина. И едет оттуда, и отсюда. Вот прекрасно видно. Как вот мы будем разъезжаться? Это один из главных вопросов жителей на Пашуковской. К однополосному проезду добавляется спецтехника, которая должна чистить крыши, а значит займет и без того узкую территорию. Весной временную дорогу вообще размоет, жалуются горожане. Сегодня мы посмотрели эту улицу Пашуковскую, также выезд со стороны Скобыкина. Есть ряд замечаний, которые не до конца подрядчик еще устранил и выполнил. Мы это все внесли в протокол. До 10 декабря, когда планируется перекрыть очередной участок ремонтируемого Тутаевского шоссе, подрядчик обязан завершить все работы с учетом пожеланий жителей. Власти успокаивают, торопиться с перекрытием не будут, пока не учтут все нюансы подготовленных объездных путей. Если мы понимаем совместно с ГИБДД, то что объездные пути, знаки не в полном объеме выставлены, не учтены все пожелания, которые возможно применить на данной схеме объезда, перекрывать мы не будем. В связи с работами меняется и схема движения 6 автобусных маршрутов – 10, 4, Т, 23 и 6, а также 47 и 96 маршрутки. Они будут следовать через улицы Панина, Строителей и Бабича. Около 9 больницы на пересечении Бабича и Тутаевского организовали разворотное кольцо для транспорта.
Мы организуем до конца года дополнительный маршрут кольцевой для того, чтобы связать как раз улицу Бабича с улицей Труфанова через Ленинградский проспект и проспект Дзержинского. Такие вынужденные меры продлятся до середины мая. Напомню, Тутаевское шоссе ремонтирует по национальному проекту безопасные и качественные автомобильные дороги. Контракт двухгодичный, поэтому подрядчик сможет приступить к асфальтировке сразу, как позволит погода. Срок окончания работ – 31 октября. Вся подробная информация о новых ограничениях, схемах объезда и движения транспорта размещена на сайте мэрии Ярославля. Алена Лисенкова, Владимир Чернов, новости города. В Ярославской областной детской больнице провели уникальную операцию. 5-летнему жителю Крыма исправили врожденный дефект ноги, из-за которого бедренная кость искривилась. Одна нижняя конечность малыша была короче другой и не позволяла нормально ходить. При хирургическом вмешательстве бригады ярославских докторов использовалась новая технология – телескопический или растущий стержень. Он вставляется внутрь кости. Аппарат будет удлиняться по мере роста, позволяя конечности развиваться прямо. В Ярославле технология применена впервые. Владеет ей пока только один ортопед детской больницы Максим Вавилов. Видели разницу в длине ног порядка 4 см и деформированное бедро. Удалив пластину, которая стояла до этого, выпрямив ногу, выпрямив бедренную кость, поставив телескопический стержень, мы получили ровную ногу, уменьшили разницу в длине ног. И сейчас какое-то время ребенок еще походит на своих ногах, уже выпрямленных, и будет ждать следующей хирургии. Мальчик находится под наблюдением врачей. По словам медиков, чувствует себя хорошо. Прогнозы положительные, скоро сможет ходить и свободно опираться на обе ноги. С растущим стержнем ребенок проведет около 5 лет. В будущем, по мнению врачей, предстоит сделать дополнительные операции, чтобы нога продолжила развиваться правильно. А в областной больнице приступили к операциям на новом линейном ускорителе. Какие возможности дает новое оборудование для врачей и пациентов, узнала Алена Лисенкова. На операционном столе пациентка, страдающая гипертонией, поступила в областную больницу через 1,5 часа после нарушения сознания и со слабостью правой стороны тела. В результате у женщины диагностирован инсульт, внутримозговая гематома. Пенсионерке потребовалась операция. Использование современной нейронавигационной техники во время такой операции позволяет уменьшить риски операционного вмешательства, а также ускорить время выздоровления пациента. Такое оборудование в Ярославской областной больнице только начали применять. Нейрохирурги признаются, ждали систему более 5 лет. Это оборудование уже используется для оказания помощи пациентам сосудистой патологии головного мозга, с такой как кровоизлияние в головной мозг и в желудочковую систему, а также с разорванными и неразорванными церебральными аневризмами. В сравнении со старым оборудованием новая система имеет ошибку всего лишь 0,2 мм, что говорит о высочайшей точности. Изображение на компьютер выводится без задержки, то есть в онлайн-режиме, что сводит ошибки проведения операции к нулю. Можно, конечно, сравнить нейронавигатор системы GPS. Смысл в чем? Вот эта система интеграционная, она отслеживает положение головы пациента в пространстве, соответственно, положение интракраниальных структур в пространстве отслеживает, а также положение различных инструментов. Высокоскоростное, высокоточное оборудование поступило в больницу по национальному проекту здравоохранения. Стоимость 40 миллионов рублей. Еще один долгожданный аппарат – ангиограф. Сейчас его установили, наладили, провели ремонт помещений и обучили сотрудников. Данный ангиограф – это третий будет в нашем штате. Он нам позволит разгрузить как плановый ангиограф, так и дать возможности хирургам оперировать другие патологии с помощью ангиографических установок. Напомню, что не только инсульты и инфаркты оперируются на ангиографах. Есть еще ряд заболеваний, которые требуют данной установки. Ангиографический комплекс обладает современными возможностями для диагностики сосудов. В следующем году по национальному проекту поступит магнитно-резонансный томограф, микроскоп для нейронавигационной стойки, функциональной кровати и аппараты искусственной вентиляции легких. Алена Лисенкова, Владимир Чернов, новости города. 5000 выпускников ярославских школ написали итоговое сочинение. Процедура проходила одновременно по всей России. Для 11-классников это допуск итоговой аттестации. Кроме того, результаты учитывают при поступлении в вузы. Александр Захаров рассказывает. Будущие выпускники 49-й проходят процедуру регистрации. Все очень строго, как на ЕГЭ. В руках только паспорт и ручка. На сочинении почти 4 часа, поэтому у всех бутылочки с водой и легкий перекус. Каша,
там бананчик, все такое. Ну, то есть настраивали себя еще, организм? Да, да, обязательно, перед каждым экзаменом. Стандартный допинг 11-классника пишущего сочинения – вода и шоколад для поднятия глюкозы в крови. Однако все это остается за порогом класса, чтобы случайно пролитая жидкость не испортила специальный бланк, на котором пишется сочинение. К сочинению школьники готовились серьезно, пробуя перо по утвержденным Рособорнадзором в этом году 5 направлениям – «Война и мир» к 150-летию Великой книги, «Надежда и отчаяние», «Добро и зло», «Гордость и смирение», «Он и она». Пробное сочинение писала примерно на 500 слов, поэтому как бы с объемом проблем у меня не бывает никогда. Вот. И, ну, надеюсь, конечно, что напишу хорошо. Все сочинения удавались успешно. Соответственно, есть уверенность в том, что напишу хорошо. Конкретные темы стали известны за 15 минут до экзамена. Их комплекты раздали в классах. В этом году итоговое сочинение в регионе сели писать около 5000 11-классников. Выпускники с ограниченными возможностями здоровья могли выбрать изложение. Успешное написание – допуск государственной итоговой аттестации. Кроме того, 4 года сочинение действительно при предоставлении в вузы. Трепетный момент заключается в том, что многие вузы страны оценивают данный вид работы и по своим критериям. Поэтому для многих ребят экзамен зачет или не зачет не заканчивается. Затем эти работы будут оценены в ряде вузов по подаче документов уже и даются дополнительные баллы за то или иное качество выполненной работы. Сегодня Рособорнадзор берет на серьезный контроль качество написания сочинения. Во-первых, работы будут отслеживаться на плагиат специальной программой. Во-вторых, в каждой школе, в каждом классе присутствуют общественные наблюдатели. Результаты работы оценивают педагоги по системе зачет-не зачет. Если кто-то получил неудовлетворительную оценку или не смог завершить сочинение по уважительной причине, они смогут повторить попытку 5 февраля и 6 мая. Александр Захаров, Василий Мосин, Новости города. В этом году ярославские волонтеры получили возможность учиться у настоящих спасателей. Проект реализуется на средства президентского гранта. Алена Лисенкова узнала, какие навыки получают ребята. Люди, которые находят время и силы на то, чтобы искать пропавших, тушить пожары, восстанавливать храмы, спасать животных, помогать детям и пожилым, отмечают свой праздник. 5 декабря – Международный день добровольцев. Их девиз – помогать безвозмездно тем, кто попал в беду. Волонтеры бы не появились, если бы этого не требовалось. Вот. Помощь людей всегда требуется, даже самой себе. У нас много направлений. Можно и учить детей, и как бы с ними заниматься, можно ходить на поиски в лес или в городе. Можно найти любую деятельность. Евгения Герасимова – одна из тех, кого наградили грамотой за самоотверженность, профессионализм и любовь к своему делу. На счету Евгении десятки спасенных жизней. Всего в Ярославской области 3 направления обеспечения нашей безопасности. Пожарная, безопасность на водных объектах, защита населения и территории АЧС, а также поиск пропавших людей. А для тех, кто еще только начинает свой путь добрых дел, на базе Главного управления МЧС по Ярославской области создан добровольческий центр «Научись спасать жизнь». Обучение школьников и студентов проводится по президентскому гранту. В нынешнем году проведено 90 занятий, на которых основы безопасности получили более 2000 волонтеров. Ребята учатся пользоваться средствами спасения на воде, оказывать первую медпомощь, а также экстренно реанимировать пострадавшего. Сначала нужно проверить, есть ли пульс, дыхание и в сознании ли человек. Потом нужно 30 раз нажать на грудную клетку, 2 раза сделать вдох, искусственное дыхание и повторять цикл, пока не приедет скорая помощь. Волонтерский центр «Научись спасать жизнь» дает участникам возможность научиться помогать друг другу. Всего в регионе зарегистрировано 37 добровольных пожарных команд и 58 дружин. В этом году поисковые отряды спасли 150 человек, в том числе 30 детей. Алена Лисенкова, Владимир Чернов и Игорь Мосин. Новости города. Это далеко не все, что мы подготовили для вас на высоте 65 метров. Обозреватель на колесе обозрения вернется в эфир сразу после рекламы. Круглый год наслаждение видами города с высоты птичьего полета в невероятно комфортной обстановке. Колесо обозрения «Золотое кольцо». Телефон 33-02-33. Мы снова с вами. О главном за неделю я, Александр Голиков, рассказываю на «Колесе обозрения». Молодой ярославский певец стал лауреатом престижного международного вокального конкурса. С наградой воспитанник музыкального училища имени Собинова Александр Ершов вернулся из культурной столицы. Позади удалось оставить даже студентов консерваторий. Нина Колтина знает, чем удалось покорить жюри. Thank you.
Если не смотреть на сцену, то и не подумаешь, что этот уверенный баритон принадлежит столь юному исполнителю. Александру Ершову 19 лет, 7 из которых он отдал пению. На вопрос о том, как выбрал профессию, отвечает просто. Душой повело. Сейчас Александр на втором курсе Собинского училища. Участвовал во многих конкурсах, но в таком престижном впервые. Международные испытания юных вокалистов на приз Ольги Сосновской прошли 18-й раз. В Санкт-Петербург приехали 150 участников со всей России и стран СНГ. В возрастной категории ярославца самой старшей были даже студенты консерватории. И среди них наш земляк второй. Пожалуй, больше всех за ярославца переживала его педагог, заслуженный работник культуры России Нина Быстрова. Признается, у подопечного очень яркий голос, он-то и покорил жюри. Можно пожелать только таких учеников, трудолюбивых. Он к профессии к своей относится очень с большим интересом, интересуется этим делом очень, много слушает, много нот мне приносит разных баритоновых. И, конечно, диапазон позволяет петь какие-то сложные вещи. А в жюри известные профессора Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова. Вместе с вокалистом на сцене концертмейстер. Алла Романова рассказывает, несмотря на волнение, понимают друг друга без слов. Когда давно работаешь с солистом, там уже просто на уровне кончика пальцев и кончика волос. Вот. Но поскольку на сцене, а тем более на конкурсах, ситуации бывают разные, залы незнакомые, акустика незнакомая, от волнения дыхания можно взять не в том месте, поэтому мы всегда очень хорошо друг друга чувствуем. Впереди у Александра еще 2 года учебы в Собиновке, дальше консерватория. Несмотря на сложности, покидать выбранный путь молодой человек не собирается. А путь непростой, приходится быть очень строгим к себе, на голос влияет все. Буквально как от того, что во сколько проснулся, с какой ноги встал, до того, во сколько ты лег, или что поел и сколько поел. Впереди также новые конкурсы и новые высоты в диапазоне и на пьедестале. Нина Колтина, Владимир Чернов, Новости города. В Ярославле прошел инклюзивный конный спектакль. Что это такое и как лошади помогают лечить детей, поговорим с моей гостьей на колесе обозрения, директором конно-спортивного клуба «Кентавр» Светланой Смурыгиной. Светлана Валентиновна, здравствуйте. Здравствуйте. Хотелось бы узнать, как возникла идея провести такой спектакль и что это вообще такое? Инклюзивный ипоспектакль возник у нас уже давно. На протяжении 5 лет мы показываем разные спектакли. Это у нас «Небесный гость», «Сказка о рыбаке и рыбке». А в этом году мы провели в рамках президентского гранта «Снежную королеву». У нас в прошлом году был спектакль «Синяя птица», в нем участвовало 8 персонажей, а в этом году уже 100. Мы охватили, в рамках президентского гранта мы охватили 70 семей. Это Ростов, Данилов, Тутаев и ребята из Ярославля. Ипотерапия последнее время на слуху. Как лошади работают с инвалидами и как им это помогает? Ипотерапия к нам пришла в Россию 30 лет тому назад. А вот занимаюсь я ипотерапией уже на протяжении 20 лет. Вот, 10 лет в этом году мы отпраздновали юбилей нашему клубу. Вот, для развития конного спорта в Ярославской области и городе Ярославле стоит не на очень высоком уровне. А ипотерапия дает первый шанс детям с ограниченными возможностями преодолеть себя. Он, садясь на лошадь, выполняет с помощью лошади как тренажер разные упражнения, укрепляет свои мышцы спины, поясничного отдела. И, в общем, находится с ней во время занятий, ну, как вам сказать, в дуэте, лошадь-человек. Ну, на этом и у нас основан кентавр. Движение лошади – это импульс дает всаднику. С помощью лошади ребенок и взрослый человек получает толчки движения лошади на спину, поясницу. Это работает вся мышечная система человека. Дети любят животных, они приходят, гладят, чистят их. Лошадь дарит тепло, в общем, энергию. Я даже вот сколько общаюсь с лошадьми, всю жизнь мне она дает энергию. Почему я такая и движущая вперед? Зависит от заболевания и степени заболевания ребенка и человека. Конечно, мы ждем лучшего, чтобы он сравнялся с нашими здоровыми людьми и был в нашей сфере таким же человеком, как и все, но
не все становятся космонавтами, не все становятся олимпийскими чемпионами. Но рамку себя преодолеть мы как раз проводим с этими детьми соревнования. И они преодолевают и участвуют, ну, как и на чемпионате мира. Какие случаи были в вашей практике и какие из них были самыми запоминающимися? Самыми запоминающими в моей жизни это, что я подготовила спортсменов, абсолютную чемпионку России. Ну и мои всадники выезжали на чемпионат мира, на чемпионат Европы за рубеж. Когда ко мне приходили родители, просили со слезами, чтобы мы помогли, чтобы я помогла ребенку. Мама ждала, чтобы ребенок пойдет. Но у каждого ребенка свое заболевание, и не каждый ребенок может с заболеванием ДЦП встать на ноги и пойти. Но в случае были такие, что лежачий ребенок, он не мог ни сидеть, ни стоять. Он потом встал на костыли и пошел самостоятельно, без помощи других людей. Какие планы по развитию данного направления в Ярославле? Моя мечта началась сбываться. Я хочу открыть центр реабилитации для ребят с нарушением двигательного аппарата, с нарушением интеллекта, чтобы ребята приходили, занимались в теплом манеже. Сейчас у нас пока есть земля, вот, и мы сейчас будем строить конюшню. Ну, конечно, с теплым манежем, это очень тяжеловато. Конечно, тут нужно много финансов. Но я думаю, что я преодолею. Спасибо, Светлана Валентиновна. На мои вопросы на высоте 65 метров отвечала директор конно-спортивного клуба «Кентавр» Светлана Смурыгина. В Ярославле выбрали лучших черлидерш. На конкурс приехали 13 команд из разных регионов страны. Алена Стецюк болела за ярославцев. В Ярославле собрались 13 команд по черлидингу. Пройти нужно было два испытания – представить визитку группы поддержки и фристайл. Победитель прошлого года – коллектив из Чувашии. В этот раз девушки вновь приехали удивлять. Мы все делали с нуля. То есть у нас новый, конечно же, номер и визитка, и домашние задания. Причем как бы мы делали номер на Всероссийскую студенческую весну и поменяли снова номер. То есть мы постоянно стараемся и себя удивлять, и удивлять зрителя. Чтобы победить, нужно не только отточить свою программу до идеала, но и выглядеть соответствующе. Неотъемлемый атрибут черлидинга – яркие образы и экзотический макияж. Друг дружке рисуем. У нас есть несколько девочек, которые умеют делать это как профи. Собрались мы сегодня в 7 утра. Начали рисовать, краситься, заплетаться. Все успели, все прекрасно. Еще одна команда, без которой не обходится ни один подобный конкурс – судейская коллегия. В ней титулованные танцоры, а также актер известного сериала про хоккей Влад Конопка. А как известно, спорт и группа поддержки – две части одного целого. Я люблю такие молодежные конкурсы. Здесь преобладает задор, целеустремление. Вот такая молодежная энергия. Я далеко уже не молодой человек, поэтому я так как вампир подпитываюсь этой энергией. Еще одна звезда экрана тоже оказалась на конкурсе. Ведущий вечера Вячеслав Макаров, чемпион высшей лиги КВН и участник различных телепроектов. Третье место в итоге досталось Тамбову, второе – Санкт-Петербургу, а золото взяла наша команда ЯРГУ. Гран-при уехал в Московскую область. Алена Стецук, Максим Сушанов, новости города. Все, что вышло в эфир за минувшие полчаса и было главным за неделю в Ярославле. По крайней мере, так посчитали мы, информационная служба городского телеканала. Ключевые события недели, обсуждение главных новостей с интересными гостями и все это на высоте 65 метров. Круглый год наслаждение видами города с высоты птичьего полета в невероятно комфортной обстановке. Колесо обозрения «Золотое кольцо». Телефон 33-02-33. Новые лица, яркие темы, гости, которые вместе со мной поднимутся в кабинке колеса обозрения и оценят происходящее в Ярославле на высоком уровне. Все это и многое другое ровно через неделю здесь же. Меня зовут Александр Голиков. Всего вам доброго!